Добрый день, скажи всем. Шекель, скажи всем добрый день. Скажи, мы решили снять небольшой видеообзор. У меня многие спрашивают, как жаловаться на канал. Я говорю, хорошо, я сниму видео, потому что спрашивают многие, я объясняю кому-то по телефону. Людям все равно много чего как-то сразу непонятно, куда надо жаловаться, чтобы это было реальнее и быстрее вернуть. Ой, сейчас буду жаловаться, так Шекель уже заснула. Шекель, ты будешь слушать или как? О, Микки голос услышала. Микки! Так. И называется, я хотела жаловаться. И как жаловаться на канал, чтобы можно было быстрее как-то что-то сделать и вернуть его назад. В принципе, то, что вы пишете там в комментариях жалобы, это все хорошо, но это все не то, и это точно ничего не даст. Рассказываю пошагово. Вот если зайти на вот этот мой канал, вот этот, который его украли, тут уже 146 тысяч, раньше было 147. Вот и тут надо зайти на сообщество. Потому что, видите, если зайти на главную, они очень хитро сделали, здесь пока ничего нет. Ну, типа пустой канал, никто его не воровал, просто пустой канал. А если зайти в сообщество, ну, тут они уже себя рекламируют. Типа сообщество, просто сообщество рекламирует. И здесь жаловаться, вот стоят ваши комментарии, конечно, я смотрю. Тут 2 комментария, тут 6, там где-то больше комментариев. Ну, это все прекрасно, вы там пишете, что воры. Но это все не то. Это теперь вам надо зайти, они же себя рекламируют с моего канала. Зайти именно на их ссылку. Вот вы зашли на их ссылку. Конкретно на их канал. Вот ее канал. Где там? Вот он. Вот ее ник. Ее там 425 просмотров за 25 минут. Вот я сейчас открыла. Свежий. Заходите на ее канал конкретно. Нажимаете на 3 точечки. Так. И тут есть пожаловаться. Пожаловаться. Вот здесь. Именно на ее канале. Потому что там вы жалуетесь на моем канале, его никто не смотрит, он закрытый. Типа. А вы жалуетесь на ее канале и пишите, например, сексуальный контент. Что еще можно? Вообще, я пыталась нажать ложная информация. Ложная информация. Нарушение касается ссылок в описании видео. Не знаю. Короче, потом я нажимаю жалобы на канал. Жалоба на канал. Тут мне опять выдает. Спам, мошенничество, оскорбление, угрозы, конфиденциальность. Вот, выдача себя за другое лицо. Я нажимала вот на это. Ну, выберите вариант. Нарушение прав ребенка, угроза насилия. Уже спам и мошенничество. Далее. Вот, далее. И тут уже вот это самое хорошее. И тут вышел текст. Жалоба на автора канала. Предоставьте дополнительную информацию. Я перед тем, как доставить им, я взяла в начале и на другой странице скопировала вот эту ссылку. Ну, зашла на этот канал изначально и скопировала вот эту ссылку. Видите, я ее скопировала. Копировать. Я ее скопировала. Закрыла. И тут я оставлю эту ссылку. Что это? И пишу. Ну, вот на этой ссылке я вот потом пишу. Я сейчас опять напишу, я на все видео пишу. Что это был мой канал. Вы можете писать, что это был. Я пишу, что это был мой канал Зоухом. Его украли. И с моего канала рекламируют вот этот канал. Ну, это как бы самая правильная информация. И конкретно мы тогда жалуемся на канал именно вот этот. Вот этот не мой канал, вы жалуетесь, а вот этот. Который рабочий. А мой канал сейчас не рабочий. Они его там где-то там заглушили, зависли. И, ну, и то, что мы там все пишем, это все. А здесь я сейчас пишу, что я скинула ссылку, там, где
на моем канале, если YouTube просмотрит и посмотрит на ту ссылку, и он увидит, что то канал Зоохом, хотя он-то именованный. И я как автор, вы как подписчики пишете, что канал этот, ну, кидаете ссылку обязательно, вот эту, как я вам показывала, вот эту ссылку, вот эту. Вот, вы ее скопировали. Вот, чтобы было видно, что вот это этот канал, вот этот. Ну, что это был мой. И там на моем канале везде вот эта красавица со своим ссылкой на свой канал. Она как бы с моего канала просто перекидывает себя на свой канал. Типа тут же 147 тысяч подписчиков было. Ну, они так пока решили, потому что они боятся на этот канал закидывать видео, и они пока решили таким путем. И все, и вы пишете тут свою проблему, мою проблему, пишите, ставите ссылку, пишите, что это был канал Зоохом. Я сейчас положу трубку, тоже напишу, там мне неудобно одной рукой. Пишу, что это был мой канал, его украли, и с моего канала рекламируют контент, который не подлежит монетизации. Этот контент YouTube монетизации не подлежит. Монетизацию они никогда в жизни не сделают. Не кричи. И получается, что даже вот здесь, имея 20 с чем-то тысяч у них подписчиков, не знаю, там где-то написано, поверьте мне, они его тоже или украли, может, купили, не знаю. Ну, YouTube им вот на такой канал монетизацию не давал. Это такая тут группа людей, они воруют каналы. И, в общем, их надо в любом случае прикрыть. Мало того, если мы их прикроем, то есть шанс, что мне восстановят мой Зоохом. Потому что я думаю, что в Ютубе где-то все эти видео где-то висят. То, что они их поудаляли. Пожалуйста, я вроде как объяснила. Ну, и потом написать, отправить. Главное указать причину. Здесь всего 300 символов можно сделать. Вот 51, это уже ссылка заняла. И все понятно. Шекель, ты внимательно выслушала? Вот Шекель тоже со мной согласна. Что надо жаловаться и надо, чем больше мне людей напишет, особенно с разных стран, то просто это будет большой плюс. На всякий случай всем говорю спасибо. Спасибо всем неравнодушным. Хочу канал, конечно, вернуть. Хочу все видео свои вернуть. Не знаю, ли получится, но пытаться надо. И поэтому прошу вас всех пройти мою рекомендацию. Внимательно это видео можно посмотреть хоть 100 раз. И сделать правильно. Всем спасибо. И пока.